Давай. Корректируем. Please note, the ticket you are about to purchase will be on time only, up to 23:59, 1 minute before midnight. Куда положить красиво? Да. Всем привет, с вами Вика, и да, мы уже купили билеты на поезд обратно в Рим, и сейчас мы попытаемся попасть хоть в одну картинную галерею, потому что в офисе просто огромная очередь, там нужно просто потерять весь день, чтобы попасть туда. У меня это бесплатно, так как мне еще нет 18, но и билет дорогой, поэтому мы попробуем попасть во вторую картинную галерею, вот, а еще очень злая расстроенная, потому что, откровенно говоря, Wi-Fi во Флоренции, как бы так сказать, культурно, плохой. И я третий день пытаюсь выложить видео, у меня ничего не получается. Я очень надеюсь, что когда мы приедем в Рим, что у меня хоть что-то получится там сделать и выложить, потому что это очень обидно. Вот, потому что я приеду домой, у него всего неделя, а потом я опять уезжаю, выложить видео нормально у меня не будет возможности. Вот, как-то так, а мы пойдем в галерею. Hazelnut and white chocolate and cinnamon. Do you have something vanilla or maybe with cookies? Итак, как вы знаете, флорентийское мороженое является одним из самых вкусных во всей Италии. Поэтому, чтобы найти настоящее флорентийское мороженое, обращайте внимание, оно находится только в железных баках. То есть, когда вы видите просто наваленную кучу мороженого с всякими украшениями, фруктами, это не то, это не качественное, не вкусное, не дорогое, не настоящее флорентийское мороженое, а настоящее только в железных таких круглых закрывашках, крышках, в общем, как-то так. И мы нашли самое вкусное мороженое, которое я пробовала вообще в Италии, это вот... Вот оно. Оно безумно вкусное, тут очень приветливый хозяин. И это очень крутое мороженое. Если вы будете когда-то во Флоренции, обязательно загляните именно сюда. Вот так вот. Вот оно, это самое вкусное мороженое. Называется как-то вот так вот. Я не произнесу этого всего. Выглядит это вот так вот. И если я найду адрес, я его напишу. На моей камере закончилась память, поэтому я взяла вторую камеру. В общем, с галереей у нас случилось обломиссимо, потому что именно сегодня галерея не работает. То есть это до какой степени нужно быть фартовым человеком, чтобы прийти в галерею именно в день, в который она не работает, из всех семи. То есть она не работает только один день в неделю. И мы именно в понедельник пришли. То есть, блин, как это работает, я не понимаю. И сейчас мы немного погуляем по центру. Мы уже сделали одну фоточку, которую я хотела переделать. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там я публикую только крутые, классные и интересные фотографии. Ссылочка будет в описании. Вот. Сейчас мы еще немного погуляем по центру и потом поедем в отель, чтобы упаковать наши вещи, потому что наш поезд утром и надо все успеть сделать. Кофемашина для духов. Вчера у нас был тяжелый переезд, потому что вещей очень много. Сумасшедшая жара под 40, выпучее солнце. Это было ужасно, но сегодня мы в Риме, и это прекрасно. Мы вернулись в тот отель, в котором мы жили неделю назад. И он просто божественный, особенно по сравнению с отелем во Флоренции. Да, и эту неделю мы решили сделать более отдыхательной. Поэтому сегодня мы едем на пляж. И я вас беру с собой. Погнали! На море, но с пляжами бесплатные пляжи. Здесь плохо, потому что официальный пляж бесплатный один, еще есть два. И мы на одном из этих трех пляжей. Здесь очень классно. И водичка прям топчик-топчик. И да,
сейчас мы будем загорать. Я постараюсь не сгореть снова, потому что я ужасно сгорела в прошлый раз. Вот. Я выкладывала об этом пост в Инстаграме. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм. Я там пощу интересные фоточки и очень люблю с вами разговаривать, поэтому обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. А я пошла купаться. Пока. Last seem to see must be something underneath.